Всем привет! У меня сегодня такая рубрика «Быстрая распаковка». Вот, представляете, сделала себе утром кофе в дорогу и, конечно же, забыла его на крыльце. Вот так я собиралась. Сейчас сделаем такой небольшой АСМРчик. Кстати, здравствуйте, добро пожаловать на канал. У меня вечер вечереет, я даже не хочу выходить на улицу, потому что в моем поселке один дом через напротив, через дом, там не услышит. Кричите, спасите, помогите. Нет. А у меня здесь заборы такие. Ну, я, конечно, не думаю, что кто-то пойдет так же, как я не думала, что у меня украдут кошелек. То же самое. А что хочу сказать? Я надеюсь, я быстренько так не буду никого задерживать. Главное найти чек. Мне отдали 3 скрипыша. Там у меня вообще нет, напротив соседей нет вообще забора. Здесь забор такой, перепрыгивай, кто хочет. Да и мой забор тоже, а-ля улю, гони гусей. Все, можно проскочить. О, нашла. Нашла. Значит так, горчичный батон. 70 рублей. Пряники, это помню, 100 рублей. Пряник шоколадный. Кстати, если вы еще не подписались, самое время, то какое-то примерно расстройство происходит. Отписываются люди. Подписывается кто-то, и кто-то отписывается. 25 подписалось, 25 отписалось. Не знаю, что за люди. Так, сейчас мы посмотрим. Так, ночной гость. Восточный гость с арахисом. 63 рубля. Мука Макфа, взяла маленькую, 70 рублей, Макфа, 70 рублей. Возможно, я напишу, как кто-то меня просил, статью, когда, ну, в виде статьи. Кто-то не любит же видео смотреть. Капуста морская, сделаю салатик с яичком, с огурчиком, наверное. Капуста морская, 70 рублей, 72 рубля. Что я вру-то? 62 рубля. Хлеб ржаной украинский. 33 рубля. Пока маленький взяла. Он последний свежий. Значит, молочко. 2 пакетика. Молоко 2 пакетика. Молоко 2 пакетика. Волжские просторы. Волжские просторы. Пожалуйста. 2 пакета. 2 пакета. 65 999, ну то есть 66 рублей за литр. Колбасный завтрак для колбасный для завтрака фарш куриный. Это не видно там. Это кошакам приходящим. Угу. Ну и свои сейчас тоже дам попробую. Будет, не будет, но это кошакам приходящим. Сегодня я Фросеньку уже погладила. Значит так, это тоже консервы с мяса. Это вот тоже кошаку. Это вот моя цена. Вот это этим кошакам, которые уличные. Ну, конечно, я все свои попробовать дам. Ну, а это не дам попробовать ей. Это уличным кошакам. Вот. Шеба. Ей не дам. Кусочек небольшой сыра. 250 грамм российский. Так, это стоит 70 рублей. Это 62 рубля. Это 39 рублей. Но это вот консерва моя цена. Шеба по 37. Каждая 37. Забываю цену говорить. Показываю, купила. А цену не сказала. Эта штука 170 рублей. Здесь 250 грамм. Ну, то бишь, я скажу. Я умею считать, мы не умеем. Ла-ла-ла. Карат. Это карат. И чалки. Угу. А, ну, просто здесь за штуку, что я ищу. О-о-о. Это вот взяла карат, 2 плавленных сыра. Это прям сыр, это никакой не продукт, сыр. Он стоит 1 штука 40 рублей. Это я на случай, если там захочу что-то, ну, может, супчик или пирог там есть. Куриный пирог, вот, запекаешь и вот этот сыр расплавляешь, это все соединяешь. Начинка, ум отъешь, лучок,
курочку там пассеровал вместе с лучком, там грибочки, это вот сыр, сырок. Это курица Серафимки. Кстати, была 137 рублей, это соццена. А сейчас 140 на 2 рубля подорожало. И что-то я в последнее время гадости вот это хочу. Сникерсы, конфеты. Что-то у меня сейчас упадет, мне кажется. А, это моя девочка там что-то. Си, можно не трогать мою курсовую лампу? Она уронится. Молодец, спасибо. Ну что? Ну давай, ищи, где же это? Где же это? Горчичные. Сникерс. Ну как? Ну вот, сникерс стоит 59,90 за 100 грамм. То есть, вот, я отдала здесь 297, здесь, ну, 4 грамма до полкило не хватило. Вот, 297 рублей 55 копеек. Итого у меня вышло 1559 рублей 28 копеек. А что я купила? Да ничего, здесь даже мяса нет. Ну, кроме курицы, конечно. Курицы моей кисоньки, любименькой моей. Она ждет, пока мамочка снимает такой небольшой распаковочный влог. Ну все, я всем желаю хороших выходных. У меня пятница. Я приехала домой очень поздно, уже почти 8 часов вечера. Хочу пожелать вам хороших выходных. Не знаю, когда выйдет это видео. Кто посмотрит, кто не посмотрит. Подписывайтесь. Смотрите, пожалуйста, видео до конца. Это, конечно, нужно говорить в начале видео. Но я вот так все сумбурно, как обычно, преподнесла. Всех обнимаю, целую. Всех благ, настроения чудесного. И пока-пока. До новых встреч. Кстати, мой муж вытребовал, и я также вытребовала, чтобы над нашим домом повесили фонарь. А было бы кали глаз раньше. Все, всем пока-пока, хорошего вечера.